В нашей стране реализуется всероссийский проект «Судьба солдата онлайн». Он направлен на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо оставить заявку, заполнив онлайн-форму на специальном сайте, на сайте поискового движения России, в аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Режим самоизоляции – это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас дома. При заполнении заявки может быть важна любая информация. Важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить. Обязательно нужно указать свои контакты, чтобы с вами могли связаться поисковики.